До испытания первой советской ядерной бомбы РДС-1 оставалось меньше минуты. На наблюдательном пункте в 10 километрах от предполагаемого эпицентра взрыва находились руководители секретного атомного проекта, физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и член Политбюро Лаврентий Берия. Первое ядерное испытание было итогом многолетней работы и делом первостепенной государственной важности. До последнего момента оставалась вероятность, что бомба не взорвется. Мощная ударная волна не оставила сомнений. Сработала. Отныне Советский Союз стал второй после США страной в мире, обладающей ядерным оружием. За успешное завершение испытаний Лаврентию Берии была присуждена сталинская премия первой степени, а его влияние в правительстве стало усиливаться. Из всех соратников Сталина Лаврентий Берия был фигурой самой загадочной. Холодный взгляд, неизменное пенсне, надвинутая на лоб шляпа. Его личность и поступки еще при жизни были окружены множеством слухов. Один таинственнее другого. В памяти поколений Лаврентий Берия остался главным виновником репрессий, хотя при нем их размах существенно снизился. Достижения Берии как крупного хозяйственника и куратора советского атомного проекта были забыты. А статьи и даже упоминания о нем тщательно вымараны из всех справочников и энциклопедий. Каким же был Лаврентий Берия? Человек, которого одни называют лучшим менеджером 20 века, а другие считают злым гением советской эпохи. Живописная военно-сухумская дорога соединяет Сухуми с Кадорским ущельем и тянется дальше через главный Кавказский хребет к Черкесску. На его пути раскинулось небольшое предгорное село Мерхиули. Сегодня оно снова заселено абхазами. А со второй половины 19 века, когда царское правительство изгнало из Мерхиули коренное население, здесь жили в основном мингрелы или мигрелы, одна из народностей грузин со своими обычаями и языком. Именно здесь, 29 марта 1899 года, в семье Павля и Марты Берия родился сын Лаврентий. Марта Джакели принадлежала к знатному, но обедневшему мигрельскому роду. После смерти первого мужа она осталась с тремя детьми и подрабатывала служанкой у местного князя Лакарба. Он и подыскал женщине нового мужа, молодого красавца Павля, который перебрался в Мерхиули, спасаясь от жандармского преследования. Ходили слухи, что во время крестьянских волнений он убил царского чиновника. Но был ли такой факт в биографии отца Берии, доподлинно неизвестно. Так или иначе, на новом месте Павля Берия начал жизнь с нуля и завел небольшое хозяйство. Несмотря на упорство и трудолюбие, ему с семьей так и не удалось выбраться из нищеты. Марта подрабатывала шитьем, и постепенно ее ремесло стало главным источником дохода. Бедствия преследовали семью Берия.
Младший брат Лаврентия умер от оспы, когда ему было 2 года. Сестра Анетта, перенеся болезнь, чудом выжила, но на всю жизнь осталась глухонемой. Соседские мальчишки дразнили ее, а Лаврентий вступался за сестренку и часто оставался битым. Родители были готовы пойти на любые жертвы, лишь бы дать сыну образование. Это было единственным способом вырваться из нищеты. Чтобы добыть денег на учебу сына, семья решилась на крайнюю меру. Отец продал половину дома. Когда Лаврентию исполнилось 8, он с матерью отправился в Сухум, где был принят высшее начальное училище, аналог общеобразовательной школы. Для юного Берии начинался новый, очень ответственный этап жизни. Мальчик понимал, что не имеет права потерять место в училище, ведь оно досталось ему такой высокой ценой. Он с энтузиазмом принялся за учебу. Позже, чтобы содержать себя и помочь родным, Лаврентий начал давать частные уроки математики. Впрочем, он успевал принимать участие и в школьных шалостях. Учитель истории, обратив внимание на гордость и честолюбие мальчика, однажды в шутку сказал, что Берия станет знаменитым кавказским абреком, то есть разбойником. Получив начальное образование, 16-летний Лаврентий Берия отправился в Баку, чтобы поступить в механико-строительное училище. Таланты новоиспеченного студента особенно проявились в черчении и рисовании. Именно в эти годы Лаврентий Берия загорелся мечтой стать архитектором. Любовь к архитектуре останется с ним навсегда. А реконструкция Тбилиси в 30-е годы под руководством Берии сделает город одним из самых благоустроенных в Советском Союзе. Лаврентий Берия был дисциплинированным и организованным человеком. С ранних лет он выработал для себя четкий распорядок дня. Ранний подъем, время на чтение или учебу и работа до позднего вечера с перерывом на обед. Жил Лаврентий скромно. В еде отдавал предпочтение простым грузинским блюдам. Например, любил фасоль под ореховым соусом. Из воспоминаний личного переводчика Сталина Бережкова. Он почти не прикасался к еде, но ему всегда ставили тарелку с маленькими красными перцами. Он закидывал их в рот один за другим, словно семечки. Однажды предложил мне такой перчик, и меня буквально обожгло, когда я прикоснулся к нему губами. Берия засмеялся и принялся настаивать, чтобы я проглотил. Пришлось сделать вид, что послушался. Затем незаметно выбросил под стол. Даже позднее, став видным государственным деятелем, Лаврентий Берия не был замечен в стремлении к роскоши. Но собранность и дисциплинированность оставались его неизменными качествами. В 1916 году, во время летних каникул, Лаврентий Берия поступил на службу в главную контору нефтяной компании «Нобеля». Это была большая удача, которая в будущем сулила карьерный взлет. 17-летний Берия увлеченно взялся за изучение вопросов нефтедобычи и нефтепереработки. Теперь у него появилась новая цель – стать преуспевающим инженером-нефтяником. К этому времени мать и глухонемая сестра перебрались к Лаврентию в Баку, и совсем еще юный студент содержал их на свое небольшое жалование, не оставляя учебы. Отец Лаврентия предпочел остаться в родном селе, не пожелав менять размеренный крестьянский быт на жизнь в большом городе. Местные нефтяные месторождения уже в те годы приносили огромные прибыли. Но значительная часть скважин и заводов принадлежала иностранным компаниям. Контраст между непомерным богатством элиты и бедностью простого народа в нефтеносном Баку был заметен как нигде в империи.
Сомнения в справедливости такого положения дел привели Лаврентия в подпольный марксистский кружок. Как и другие революционеры, он полагал, что реализация идей Маркса сможет разрешить эти социальные противоречия. Берия был избран казначеем кружка. Один этот факт говорит о том, что он пользовался безусловным доверием товарищей. Тем временем, после отречения Николая II в марте 17 года, бывшая империя погружалась в хаос. Появилось большое количество партий, политических групп и течений, боровшихся за власть. Особую остроту эта борьба приобрела на Кавказе, что было обусловлено национальными и религиозными особенностями. В Азербайджане была популярна националистическая партия «Мусават» или «Равенство». Мусаватисты выступали за создание под эгидой Турции и Азербайджана единой державы Туран. Такая перспектива пугала местных армян и русских. Ситуация осложнялась тем, что сразу несколько иностранных государств стремились взять под свой контроль нефть Каспийского бассейна. В регионе активно работали агенты Англии, Германии, Турции и других стран. Берия вступил в партию большевиков еще до того, как в Петрограде совершилась Октябрьская революция. Этот выбор предопределил его дальнейшую судьбу. В феврале 18 года Лаврентий Берия приступил к работе в секретариате Бакинского совета рабочих депутатов. В апреле 1918 года большевики при поддержке вооруженных армянских отрядов взяли власть в Баку. Банки, судоходные компании и нефтяные промыслы были национализированы. Установилась Бакинская коммуна. Перед Советом народных комиссаров, который возглавил Степан Шаумян, стояла задача обеспечить бесперебойные поставки нефти в Советскую Россию. В это время на Баку готовили наступление турецко-азербайджанские войска, враждебные большевикам. Но представители других партий, эсеры и меньшевики, привлекли британские войска и сформировали новое правительство – диктатуру Центрокаспия. Этот режим продержался всего полтора месяца, но советская власть в Баку пала. 15 сентября 1918 года город был взят турецко-азербайджанскими войсками. В Баку переехало правительство Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджанская Демократическая Республика, АДР. Независимое государство, провозглашенное 28 мая 1918 года. В правительство республики вошли несколько представителей партии «Мусават». Поэтому политический строй, существовавший на ее территории, часто называют «мусаватистским». 27 апреля 1920 года части Красной Армии перешли границу республики и на следующий день вошли в Баку. АДР прекратила существование. Была провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. Лаврентий Берия остался в Баку и устроился конторщиком на завод. О деятельности Берии в то время до сих пор практически ничего не известно. Сохранилась лишь его автобиографическая справка, написанная в 1923 году. Эту справку Лаврентий Берия приложил к заявлению в ЦК КПБ Грузии с просьбой о предоставлении ему возможности продолжить образование. В ней он рассказывает и о своем первом партийном задании – внедриться в контрразведку мусаватистов. В 1953 году, когда Лаврентий Берия был объявлен государственным преступником, это заявление подшили к его личному делу. А сотрудничество с мусаватистами поставили в вину. Этот вопрос всплывал и раньше. Но Берии удалось доказать, что он был тайным большевистским агентом. Кроме того, бытует мнение, что если бы на Берию пало хотя бы малейшее подозрение в содействии врагам советской власти,
то в 20-м году, когда Баку заняла Красная Армия, ему бы не доверили весьма деликатную секретную миссию. А ведь именно так и случилось. В Краевом комитете Компартии Лаврентия Берию заметили. Приказом Реввоенсовета Кавказского фронта его направили на нелегальную работу в Тифлис. У власти в Грузии тогда находились меньшевики. Берии поручили создать там подпольную большевистскую организацию, чтобы к моменту вступления в республику Красной Армии можно было опереться на местных сторонников. Раскол Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП, на большевиков и меньшевиков произошел на втором съезде партии, который состоялся в 1903 году сначала в Брюсселе, а затем в Лондоне. В ходе дискуссии делегаты разделились на две главные группы. Лидером одной стал Владимир Ленин, другой – Юлий Мартов. На выборах в руководящие органы партии сторонники Ленина получили большинство, а приверженцы Мартова – меньшинство, отчего первые стали именоваться большевиками, а вторые – меньшевиками. Практически сразу по прибытии в Тифлис Берия был арестован, а затем освобожден с предписанием в трехдневный срок покинуть Грузию. Однако ему удалось остаться и продолжить подпольную деятельность под псевдонимом Лакербай. Он работал в полномочном представительстве РСФСР в Тифлисе под началом будущего члена Политбюро Сергея Кирова. В официальной автобиографии Берия так описывал свою революционную юность. «В Тифлисе раскидываю сеть резидентов, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии. В мае 1920 года я выезжаю в Баку за получением директив в связи с заключением мирного договора с Грузией. Но на обратном пути в Тифлис меня арестовывают». При подготовке вооруженного восстания против грузинского меньшевистского правительства Лаврентий Берия был разоблачен местной контрразведкой и попал в кутаистскую тюрьму. Этот арест повлиял на личную жизнь Берии. В одной камере с ним сидел грузинский большевик Александр Гигичкори. В отличие от Лаврентия, его часто навещали родственники, жена Вера и юная племянница Нино. Так Берия впервые увидел свою будущую жену. Нино едва обратила внимание на сокамерника своего дяди. Лаврентий же не смог вычеркнуть очаровательную девушку из памяти и вскоре признался ей в любви. Через два месяца Берия вместе с соратниками объявил голодовку. Она продлилась 4 дня и привела к тому, что заключенных этапом отправили обратно в Азербайджан. Так Берия вернулся в Баку. В августе 1920 года его назначили управляющим делами ЦК Компартии Азербайджана, а всего через 2 месяца он стал ответственным секретарем чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. В Баку приехала Нино, и вскоре они с Лаврентием стали мужем и женой. Когда Бакинское механико-строительное училище было преобразовано в политехнический институт, Берия сразу же в него поступил. Но, вероятно, такова была судьба этого человека. Чем ближе он был к заветной цели, тем теснее жизнь связывала его с партийными органами и силовыми структурами. Специальным постановлением 22-летний Лаврентий Берия был назначен заместителем начальника секретно-оперативного отдела ЧК и заместителем председателя ЧК Республики Азербайджан. 12 марта 1922 года была учреждена Закавказская Федерация, Федеративный Союз Армении, Грузии и Азербайджана. Осенью того же года Берия с семьей переехал в Тифлис. Здесь, в Тифлисе, у него родился сын Серго.
Берию назначают заместителем председателя грузинской ЧК и руководителем самого важного ее подразделения – секретно-оперативной части. Также Лаврентия Берию утверждают на посту начальника особого отдела Закавказской армии. В августе 24 года меньшевики готовили мятеж, формировали боевые отряды, создавали склады оружия. Восстание должно было охватить всю республику. Органы ЧК знали об этих планах. Берия хотел избежать кровопролития и предложил партийному руководству решить дело миром. По его распоряжению мятежникам подбросили документы, которые доказывали, чекисты знают о подготовке выступления. Был выслежен и арестован один из лидеров меньшевиков, Валико Джугели, тайно прибывший из эмиграции. Однако заговорщиков это не остановило. Восстание продолжалось более двух недель. Сначала сторонникам независимости сопутствовал успех. Им удалось овладеть рядом городов Западной Грузии. Бои шли даже в пригородах Тифлиса. Для борьбы с повстанцами были переброшены дополнительные части Красной армии. Меньшевики отступили. Тех, кто не успел уйти морем в Турцию, взяли в плен. Часть повстанцев расстреляли. Других приговорили к тюремным срокам. За успешное подавление августовского мятежа Берию наградили орденом Красного Знамени СССР. К тому моменту ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, созданная Феликсом Дзержинским, была преобразована в ГПУ. В 1926 году Лаврентий Берия становится заместителем полномочного представителя ОГПУ, а также заместителем председателя ГПУ в Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республике. 4 апреля 1927 года Берия занимает пост наркома внутренних дел Грузинской ССР. По роду деятельности Берии приходилось составлять сводки о настроениях населения. Жители Грузии были недовольны политикой большевиков. Причин для возмущения хватало – товарный дефицит, перебои с продовольствием, искоренение местных традиций. Одно из крупных народных восстаний вспыхнуло в марте 29 года в Аджарии, мусульманском регионе Грузии. Поводом к нему послужили попытки закрыть медресе, мусульманское учебное заведение, и обязать всех местных женщин снять чадру. Берии снова пришлось руководить подавлением мятежа. Он прибыл в Хулинский уезд, ставший очагом восстания, и целую ночь до утра 24 марта вел переговоры с повстанцами. Попытка мирно разрешить ситуацию результатов не дала. Тогда пришлось ввести воинские части. При их появлении большинство участников выступления разошлись по домам. Наиболее активные приняли бой. Обошлось небольшими жертвами с обеих сторон. Несмотря на успешное подавление восстания, власти были вынуждены пойти на уступки, вновь разрешить ношение чадры, открыть медресе и не принуждать женщин и девушек посещать школы. Берия постоянно воевал с партийным руководством Грузии по поводу перегибов в антирелигиозной кампании. В докладной записке о грузинской церкви от 3 мая 1929 года он предлагал привлечь виновных в ограблениях церквей к ответственности и прекратить аресты священников. Только так, по мнению Берии, можно было расположить верующих к советской власти. Сам Лаврентий Берия пользовался безусловным уважением своих подчиненных, но при этом честно признавался, что устал от работы в ГПУ. В 30-м году, будучи главой чекистов всего Закавказья, Берия пишет письмо своему покровителю, председателю Высшего совета народного хозяйства Серго Орджоникидзе. Как и в 23-м году, он вновь просит направить его учиться или хотя бы перевести на другую работу. Возможно, Орджоникидзе рассказал об этом письме своему другу Иосифу Сталину.
Сталин уже был лично знаком с Берией. Тот обеспечивал охрану вождя в летние месяцы, которые он все чаще проводил на своих дачах в Абхазии. Направление на учебу Берия не получил, а в 1931 году его избрали на новую должность. Теперь он возглавил Компартию Грузии. Спустя год занял пост первого секретаря Закавказского крайкома ВКПБ. Это также была выборная должность. Старые большевики, костяк местной партийной элиты, возмутились. 33-летний Лаврентий Берия казался им выскочкой. Поначалу они даже объявили новому руководителю бойкот. Берию это ничуть не смутило. Он знал, что за ним поддержка Москвы. Наконец, перед Берией открылось обширное поле хозяйственной деятельности, о чем он давно мечтал. За короткий срок при нем была модернизирована угольная промышленность Закавказья, механизирована добыча руды на чаатурских марганцевых рудниках. В это же время впервые началось бурение шельфов Каспийского моря, что привело к резкому увеличению нефтедобычи. Когда Сталин выдвинул идею о преобразовании береговой полосы Грузии в курортную зону, здесь под руководством Берии были построены знаменитые санатории и дома отдыха, которые принесли республике славу всесоюзной здравницы. Организовав невиданное по масштабу мероприятие осушение колхидских болот, Берия предложил принципиально изменить структуру сельского хозяйства Грузии. Он сделал ставку на выращивание субтропических культур – винограда, чая, табака, мандаринов, персиков. На эту продукцию были установлены высокие закупочные цены, и грузинское крестьянство стало самым зажиточным в стране. Однако вызвать доверие Сталина Лаврентий Берия смог не только успехами в хозяйственной области. Именно Берия предложил создать музей Сталина на его родине, в грузинском городе Гори, и организовал всю подготовительную работу, включая полную реконструкцию района, где провел детство будущий вождь. В июле 1935 года на собрании Тифлисского партактива Берия выступил с докладом. Это масштабное исследование истории большевистских организаций Закавказья в первую очередь было направлено на предупреждение деятельности националистических течений в региональных партийных организациях. Сталин работу похвалил, и вскоре была выпущена брошюра «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья», которую сделали предметом обязательного изучения в школах и вузах. Несмотря на то, что над исследованием трудился коллектив, автором значился Лаврентий Берия. Таким образом, он вошел в число видных партийных теоретиков и тем самым укрепил свой статус крупного государственного деятеля. При этом ни в молодые годы, ни в зрелом возрасте Берия не выносил долгих заседаний и бесконечных митингов. В молодости он увлекался футболом и играл за одну из грузинских команд на позиции левого полузащитника. Впоследствии посещал практически все матчи динамовских клубов, но всю жизнь болел за тбилисское «Динамо». Будучи первым секретарем ЦК Компартии Грузии, Берия в свободное время установил в своем дворе турник, кольца и другие спортивные снаряды. Более того, каждое утро делал в построенном своими руками спортгородке зарядку с соседскими детьми. А после шофер вез его на работу. На работу, где день за днем приходилось принимать жесткие решения. На работу, которая все чаще оборачивалась сделкой с собственной совестью. В 1937 год
вошел в историю как период большого террора. Непосредственным руководителем этой колоссальной репрессивной машины был назначен нарком внутренних дел Николай Ежов. Берия, не меньше других высокопоставленных чиновников, был причастен к массовым арестам, ссылкам и расстрелам. Вместе с направленными из Москвы Георгием Маленковым и Анастасом Микояном он участвовал в партийных чистках в Армении и Грузии. Сепаратистские настроения на Кавказе носили порой совершенно открытый характер. Так председатель Центрального исполнительного комитета Абхазии Нестор Лакоба не скрывал своего стремления вывести Абхазию из состава Грузинской ССР, из-за чего часто конфликтовал с Берией. После того, как в декабре 1936 года Лакоба умер, поползли слухи о том, что он был отравлен то ли по приказу Берии, то ли даже лично им. Но самостоятельно, без согласования наверху, Берия не стал бы так рисковать. Убрав фигуру такого масштаба, личного друга Сталина, пусть и впавшего в немилость, он мог и сам поплатиться головой. А у Сталина в то время были не настолько доверительные отношения с Берией, чтобы давать ему поручения подобного рода. В числе репрессированных и расстрелянных были старые большевики, в том числе и те, кто выступал против выдвижения Берии в начале 30-х. Такие как Мамия Арахилашвили, Малакия Тарашилидзе или старший брат Серго Орджоникидзе Папулия. Предположение, что Берия сводил личные счеты, все же не имеет под собой никаких оснований. Так, Папулия Орджоникидзе, старший брат давнего соратника Берии Серго, заслужил репутацию антисоветского элемента, и Берия лично много раз приходил ему на помощь. Из воспоминаний сына Лаврентия Берии Серго. «Я хорошо знал Папулию Орджоникидзе, ибо мы жили в одном доме. Он всегда занимал видные посты, но был больше известен как кутила, охотник и вообще прожигатель жизни. Социализм он ругал, на чем свет стоит. Возможно, с сегодняшней точки зрения Папулию сочли бы демократом, но в те времена поношение существующего строя не прощалось даже брату того, кто этот строй возводил и возглавлял». Из письма Лаврентия Берии к Серго Орджоникидзе от 2 марта 1933 года. Два слова о Папулии. Говорил с ним несколько раз, даже людей посылал к нему повлиять на него. Может быть, правда с ним несколько угловато вышло, но так уж случилось. Уговаривал его долго, но ничего не помогало. Отказывался от всякой работы, дулся, ругался и грозил объявить голодовку. Сегодня говорил с ним снова, договорился с железной дорогой. И Папулия согласился работать начальником отдела контроля и исполнения закавказских железных дорог. Думаю, что вопрос этим самым исчерпан. Ваш Лаврентий Берия. Во время Большого террора пострадала не только грузинская партийная верхушка, но и представители местной интеллигенции, связанные тесной дружбой с видными большевиками. Именно в эти годы Грузия лишилась поэта Тициана Табидзе, режиссера Сандро Ахметели, художника Дмитрия Шеварднадзе, ученых Григория Церетели и Георгия Илиава и многих других. В августе 1938 года в кабинете Берии раздался телефонный звонок. Его вызывали в Москву на личную встречу со Сталиным. Берия мгновенно понял, что скоро в его жизни произойдут большие перемены. К тому моменту Сталин решил, если не полностью остановить репрессии в стране, то серьезно уменьшить их масштабы. И сделать это он поручил Лаврентию Берии. Переезжать в Москву, а тем более возглавлять карательное ведомство НКВД, Берия не хотел. К этому времени он чувствовал себя на своем месте в любимой им Грузии. К тому же должность главы НКВД была потенциально расстрельной. За 2 года до этого был приговорен к высшей мере наказания предшественник Николая Ежова Генрих Ягода. Да и судьба самого Ежова была предрешена.
Но отказать Сталину было еще опаснее. Так что 22 августа 1938 года Берия стал первым заместителем главы наркомата внутренних дел Ежова. Фактически, он сразу взял бразды правления в свои руки. Из воспоминаний разведчика Судоплатова. Вскоре появилось озадачившее всех распоряжение, гласившее: ордера на арест без подписи Берии, первого заместителя Ежова, недействительны. Ходили слухи, что Берия уменьшительно ласково называл Ежова «мой дорогой ежик» и имел обыкновение похлопывать его по спине. Однако его дружеское поведение было чисто показным. Через три месяца нарком Ежов был отстранен от должности, а затем арестован. Ему были предъявлены обвинения в подготовке антисоветского переворота, сотрудничестве с иностранными разведками и мужеложстве. 3 февраля 1940 года в военной коллегии Верховного суда СССР Николай Ежов был приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на следующий день. К тому моменту НКВД СССР уже больше года официально возглавлял Лаврентий Берия. Первым делом он начал чистку аппарата НКВД. Уволил всех, кто был связан с ежовскими преступлениями. На смену им, по распоряжению Берии, приняли новых, хорошо образованных сотрудников. Уровень грамотности в НКВД заметно повысился. В органы приходили те, кто в годы войны обеспечит безопасность страны. За 1939 год из системы НКВД были уволены 7372 оперативных работника, то есть почти 23% от общего состава. Принято на службу 14506 человек. Количество сотрудников с высшим образованием составило 35% всего состава НКВД вместо 10% при Николае Ежове. Доля людей без среднего образования снизилась с 42 до 18%. Начиная с 1941 года, многие из уволенных ранее квалифицированных сотрудников были возвращены на службу. Новая атмосфера в органах вызвала доверие рядовых чекистов к новому руководителю. В Лаврентии Берии они видели принципиального человека, который будет жестко наказывать за некомпетентность. Зато тех, кто четко выполняет поставленные задачи, станет защищать до последнего. Одновременно с решением кадровых вопросов Берия учредил в НКВД бюро по приему и рассмотрению жалоб, специально для разбора дел 1937-1938 годов. Началась так называемая «бериевская оттепель». Из 630 тысяч политзаключенных, осужденных во время Большого террора, только в 1938 году из тюрем и лагерей вышло около половины. Освобождали в первую очередь тех, кто так и не признал свою вину, а также людей, на которых не было других улик, кроме выбитых следователями признаний. С приходом Берии на пост наркома внутренних дел стали пересматриваться дела офицеров Красной Армии. Несправедливо отстраненные от службы возвращались на свои должности в войска. Так, из 30 тысяч офицеров, уволенных или осужденных в 1937-1938 годах, в строй вернулись 12 500 человек, то есть около 40%. Среди них выдающийся полководец Константин Рокоссовский, который в июне 1945 года будет командовать парадом Победы. О его освобождении ходатайствовал нарком обороны маршал Тимошенко, а решение принимал лично Сталин. Отныне лозунгом НКВД стало восстановление законности. Берия распорядился о ликвидации особых троек – внесудебных органов. Они состояли из начальника управления НКВД, представителя партийного руководства и прокурора. Приговор «тройки» выносили заочно, не ведя протоколов и часто даже не вникая в детали обвинения. С конца 1938 года порядки изменились.
Все дела проходили следственные процедуры в органах. Потом передавались в прокуратуру, которая занималась проверкой обоснованности арестов, и только потом в суд. Сажать по политическим мотивам не перестали. Так были расстреляны выдающиеся деятели культуры, режиссер Всеволод Мейерхольд, журналист Михаил Кольцов, писатель Исаак Бабель. Но количество осужденных за контрреволюционные преступления резко сократилось, а число приговоренных к смертной казни уменьшилось на порядок. Конечно, записывать главную заслугу в снижении масштабов террора на личный счет Лаврентия Берии было бы преувеличением. Он всего лишь выполнял указания сверху. Однако следует признать, что приписываемые ему патологической кровожадности он не проявлял. В Москве, как и ранее на Кавказе, семья Берии жила без особых излишеств. Поначалу Сталин предложил Берии квартиру в Кремле. Нино отказалась. «Ладно, — сказал Сталин, — как хотите. Тогда распоряжусь, пусть какой-то особняк подберут». После этого Лаврентий Берия с женой и сыном поселились в доме номер 28/1 по Малой Никитской улице. После смерти Берии ходили слухи, что из Грузии он в качестве охраны привез чуть ли не 200 человек личной гвардии. Берия действительно привлек к работе в НКВД, а затем и в органах правительства своих соратников по работе в Грузии. Меркулова, Кабулова, Гаглидзе, Деканозова и других. Его личная охрана состояла из 10-12 человек, работавших посменно. Выделенным ему бронированным автомобилем «Паккард» он не пользовался и ездил на обычной машине в сопровождении одного автомобиля охраны. На должности главы НКВД Берия заслужил репутацию человека, с которым лучше не ссориться. Память у него, в том числе и на лица, была исключительная. Заняв высший пост в органах внутренних дел, он обратил особое внимание на вопросы экономической безопасности. Хищения государственной собственности в годы советской власти, в том числе и при Сталине, были не редкостью. Во многих отраслях, и особенно в отдаленных регионах страны, образовывались преступные группировки высокопоставленных служащих и даже семейные кланы, прибирающие к рукам власть и народные деньги. Для борьбы с ними в 1939 году в составе НКВД появилось новое подразделение – Главное экономическое управление. Во главе него Берия поставил Всеволода Меркулова, своего давнего соратника по работе на Кавказе. Кроме того, Берия контролировал работу ГУЛАГа. ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения при НКВД СССР. Объединяло 53 лагерных управления. Начиная с 30-х годов, заключенные ГУЛАГа принимали участие в строительстве водных каналов, гидроэлектростанций, железных и автодорог, металлургических предприятий. Труд заключенных использовался при постройке таких городов, как Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Дудинка, Воркута, Дубна, а также в горнодобывающей промышленности и на лесозаготовках. За работу заключенным полагалась зарплата, а ударный труд вел к сокращению сроков. В годы правления Сталина на долю ГУЛАГа в среднем приходилось до 3% волового национального продукта. Следует отметить, что основную часть заключенных составляли лица, обвиненные не в политических, а в уголовных и экономических преступлениях. Берия распорядился об улучшении условий быта заключенных. Были повышены нормы снабжения продовольствием и одеждой. Конечно, нарком в первую очередь думал о том, чтобы повысить экономическую эффективность лагерных предприятий. Но многим это спасло жизнь. По сравнению с 1938 годом, к 1940-му смертность в лагерях удалось снизить почти в 3 раза.
рамках ГУЛАГа Берия создал сеть так называемых «шарашек» — режимных учреждений, где работали осужденные инженеры и конструкторы. Арестованы они были еще до его прихода на пост наркома, но просто выпустить специалистов на свободу не мог даже такой высокопоставленный чиновник, как Берия. Для работников «шарашек» устанавливались мягкие по тем временам условия заключения — улучшенное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе, возможность встречаться с родными. Одно из таких заведений, ЦКБ-29, известное как спецтюрьма-11 или Туполевская шарага, находилось в Москве и стало впоследствии крупнейшим конструкторским авиационным бюро. Именно здесь, под руководством Андрея Туполева и Владимира Петлякова, были спроектированы пикирующие бомбардировщики Ту-2 и П-2, которые прославились во время Великой Отечественной. За успехи и достижения инженеров стали награждать и амнистировать. Еще до войны на свободу вышел Петляков, в июле 41-го Туполев, следом за ним еще несколько конструкторов. Тем временем круг обязанностей Берии расширялся. В феврале 41 года, оставаясь руководителем НКВД, он был назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров. Лаврентий Берия стал вторым лицом после Сталина в правительстве, отвечавшим за стратегически важные отрасли экономики СССР. И хотя с момента перевода в Москву Берия оказался фигурой, особо приближенной к Сталину, отношения между ними, вопреки слухам, были далеки от фамильярности, а их встречи носили сугубо деловой характер. Берия по-прежнему редко появлялся на митингах и массовых мероприятиях. Он был занят конкретной работой, в которую, помимо прочего, входило руководство стратегической разведкой. Под началом Берии была создана разветвленная агентурная сеть в Европе, Японии и США. Секретные сообщения, которые поступали от советских агентов, ложились на стол к Лаврентию Берии. Из них было ясно, что Гитлер планирует напасть на Советский Союз. Но данные о времени вторжения были противоречивыми. В высшем руководстве как нигде понимали, что страна все еще не готова к войне. Из воспоминаний Серго Берии. Отец позвонил в ту ночь из Кремля. Начинается. Слушайте радио. Непосвященному эта фраза ни о чем не говорила. Мы же с мамой прекрасно знали, что хотел сказать отец. Начиналась война. Пять часов 45 минут утра, 22 июня 41 года, в кабинет Сталина вошли заместитель председателя правительства Берия, нарком иностранных дел Молотов, нарком обороны Тимошенко и двое его заместителей – Мехлис и Жуков. В 12 часов 15 минут из сообщения Вячеслава Молотова, переданного по всесоюзному радио, страна узнала о нападении Германии на СССР. В 16 часов 45 минут Лаврентий Берия последним покинул сталинский кабинет. С этой минуты вся жизнь в стране была подчинена одному – победе над врагом. Расширялся и круг обязанностей Лаврентия Берии. Он курировал работу советской разведки и контрразведки, отвечал за производство вооружения и военной техники, взял на себя оборону Кавказа и смог остановить немцев на подступах к стратегическим запасам нефти. Позднее он возглавил сверхсекретный атомный проект. И спустя всего 4 года после завершения разрушительной войны Советский Союз провел успешное испытание первой ядерной бомбы. Однако вскоре Лаврентий Берия был снят со всех правительственных должностей и заклеймен как враг народа. Его фамилия долгие годы внушала ужас, но мало кто знал, чем занимался этот человек, оставаясь одним из первых лиц в государстве.